заехали в магазин, купили покушать. Потому что я вечно голодная, да? Ну, немножко. Взяли мясо. Ну, какое-то вареное, да, по-моему? Да, колу взяли, потом это у нас люля, рис и сладость. И там еще. Пончик и сэндвичи. Вкусняшка, да. Хотел вам показать колу. Кола с Польши. Теперь в Москву завозят польскую колу. Тут где-то было написано, что она прям с Польши. Сейчас приближу. Нет, вот здесь. В самом конце. Видно, нет? Да, вот страна производства Польши. Ну, вот такая вот польская кола. Сейчас попробую на вкус. Скажу, вкусно, нет? А мы сейчас поедем потом в больницу. Встать на учет там. Здрасте, на учет мы встали. А что надо в больнице делать? Нужно к стоматологу на консультацию, к терапевту сделать ЭКГ мне. И к окулисту тоже на консультацию, но это всех беременных отправляют. И от тебя нужна флюорография. Да. Это, конечно, не реклама Кока-Колы, но она та самая настоящая была. Вкусная. Как в Доминикане? Нет, там вкуснее. Доминикане вкуснее? Да, все равно вкуснее. Мы пришли покушать, торговый центр на машине нашей. Сегодня сделали страховку на наш автомобиль Porsche. Теперь мы застрахованы. И каска, и ОСАГО, и все дела. Все на свете. Да, ну все. Сейчас вот зашли покушать, сейчас хотим показать там торговый центр. Не знаю, видно, нет, может размывает задний фон. Ну, красиво. Сейчас сделали они новогодние всякие украшения, очень красиво. Ну, принесли еду, заказали кушанье. Это очень, кстати, вкусная вещь. Это багет с сыром. С ветчиной и сыром камамбер. Да, солнце лето попробует его. У Кати другое, у нее такая, как шучу, кстати, привезли. Чуть принесли. Это десерт. Попробую его вкусно. Черничный пирог. Угу. А этот твой тарелку суп. Мой? Твой. А разверни свою тарелку. Это твой супчик, не мой. Пару часов в офисе были, может, чуть побольше, не знаю. А, купили, как он называется? Компьютер? Нет, ну, системный блок. Монитор был, да, системный блок. Мышку, коврик оборудовали, место для менеджера по обзвонам, по химчистке, там, по продаже ткани. В общем, специалист в понедельник придет, как раз мы там все подготовили. Мое маленькое место, когда я считаю весь месяц, там все зарплаты и так далее. Ладно, снимай место. Да, вот он. Маленький такой системный блок мы взяли. Он реально очень малюсенький. Ну, причем быстро работает, чувствую. Вот если чтобы понимали, вот. Размер руки. Да, размер руки. И вот. То есть маленький. И работает хорошо. Монитор у нас был. В принципе, он большой монитор, хороший. Купили эту мышку, коврик. Телефон купили рабочий. Клавиатура была у нас и системный блок. А, еще, кстати, хотел показать. Сейчас покажу. Хотел показать вот такой шнур HDMI, потому что он в комплекте не шел, пришлось покупать отдельно. Такой вот блатной шнур. Вот он. Сейчас приближу его. И как вы думаете, сколько он стоит? Вот такой вот шнур. Он стоит 2000 рублей. Лишь потому, что вот он с таким дизайном. Просто других не было вариантов купить дешевле. Пришлось покупать такой. Вот такой шнур стоит 2000 HDMI. Но без него бы компьютер бы и не подключил. Ну а теперь есть место для обзвонов. По холодным звонкам у нашего менеджера. Скоро она придет.
И вот так вот подготовили и такое место для работы. Там наше место осталось. Сейчас мы едем в больницу. Нет. А, мы сейчас кушать будем. Да. Надо один раз в день поесть можно. Заедем в ресторан, поедим, снимем. Еду, да. И потом в больничку. Надо будет флюорографию сдать. Врач сказал. Так что подписывайтесь, кто еще не подписан на наш канал. Поделиться эмоциями хочется. А с утра, когда встаю, смотрю, ощущение, что нет совсем живота, еще не растет ничего. А с вечера ощущение, что он просто уже огромный, выпирает очень сильно. Сейчас смотрела в зеркало и удивлялась, думаю, ну как вот? Андрей еще вчера смотрел, он говорит, ты выпячиваешь попу. Я говорю, да ничего я не выпячиваю, не выпячиваю, то есть я прям ровно стою, и вот он, выпирающий животик. Все удивлялась, думаю, ну, пару недель назад я еще ходила и говорила, почему у меня ничего не растет, у меня вроде срок уже чуть-чуть должен выпирать. И вот прошли эти две недели, и уже удивляюсь, нифига себе, уже выпирает, и причем так плотненько прям вообще.
общем, сходили мы на консультации к врачам. Отдельно сходили в стоматологическую, мне нужно было к стоматологу, меня отправили проконсультироваться. Потом, значит, там еще все терпимо, но сама больница, в которую, собственно, мы пришли к терапевту на флюорографию Андрея и, собственно, к офтальмологу, это глазному врачу, я... Самый трэш – это просто вот у офтальмолога, на мой взгляд. Во-первых, дикая задержка в очереди. Все там воняет, и люди воняют, и такие какие-то все противные. Ну, я не знаю, это еще надо было поискать, наверное, вот, чтобы прям такая очередь собралась. Врач сама из... Вот 12 минут прием. Из этого времени она только 2 минуты уделила мне, а 10 минут просто втыкала в компьютер и печатала по одной вот... кнопочки в минуту. И вообще у меня ощущение, что ей самой нужен офтальмолог, потому что все бумажки она читала вот так. Также она смотрела в компьютер. Ну, больница вообще жесть. Просто ванизма там нереально. Вот, кстати, в Пятигорске больница еще более-менее адекватная. Получше, кстати, да. Такого да. Я точно не встречала. Здесь просто какой-то... Ну, это вообще жопа. Хотя это Москва. И на ЭКГ, а сегодня у нас какое, 26-е, да, или, по-моему, число, на ЭКГ смогла записаться только на, то ли на 5-е, то ли на 7-е декабря. На 5-е, да, на 5 декабря. Ну, ты же не пойдешь? Наверное, нет. Только я отменю вплатную. Запись, да, наверное, вплатную схожу. 29-го числа как раз у меня через пару дней там идет скрининг. И в этот же день попробую сходить на ЭКГ, а 30-го уже на консультацию к врачу-гинекологу. А еще меня поражают люди. Вот сейчас я сидел, ждал Катю, было... где-то 10 свободных мест, ну, то есть там все кушетки, ну, свободные, как стулья стоят, и там сижу, жду Катю. Подходит мужик, одевает бахилы, говорит, вы заняли 2 места, мне одеться негде. Я ему говорю, вам мало места, 15 стульев свободное. А рядом свободное, прям рядом с Андреем свободное место. Да, вам места мало. Он так посмотрел на меня и пошел дальше. Думаю, бля, мудак, нахуй, вообще, как в анекдоте, блин. Вот такие люди здесь, полудурки. Так что вот так вот. Ну. Просто мы последний раз, по-моему, были в году в 15-м в таких поликлиниках и больше в них не ходили. Это сейчас уже отправили там того врача пройти. Ну, самое больше удивляет то, что вот мы как предприниматели платим налоги, вот получается отчисления, ну где-то примерно в квартал. Квартал-то 3 месяца, где-то отчисление, наверное, на 1050. Мы платим это вот за работников, за нас, там, ну, именно вот по медицинским этим всем вещам. И это же не только мы, это, то есть, миллионы предпринимателей и просто обычных людей, кто работает официально, то есть все идут отчисления. Мне вот интересно одно, почему не сделать нормальную поликлинику? Вот просто вот приходишь так, как будто в какой-то сарай. А еще в нашем случае мы ездим на окраину, соседний район, потому что поликлиника, которая прикреплена мы, она на ремонте, на полном ремонте, то есть там даже окон нет, остались там только стены, по-моему, крыша. Вот, и всех врачей и всех посетителей, грубо говоря, там, ну, кто прикреплен к этой поликлинике, вынуждены ездить в совсем другое место. И вот мы даже на машине минимум полчаса без пробок занимает вот дорога до поликлиники. Ну да, это где-то километров, наверное... Я не знаю. Ну, 10, наверное, 15 от нашего дома. Соседний район. Да, соседний район, чтобы сюда приехать, в больницу. Тут столько людей, это просто, я не знаю, там все 5 этажей здесь, да, 5-этажная поликлиника, все забито, просто люди везде. Такая активность дикая тут. Трэш какой-то вообще, и всем на все пофигу. Так что вот так вот. Все, облегчили душу излей, так, да? Ну да, так что кто думает, что в Москве суперкрутые медицинские учреждения бесплатные? Это только платные такие. Платные, да, крутые. Приходишь, там все прям чисто, убрано, все в кафеле, в белом. Да, все прекрасно. Да. А вот, кстати, вот в Пятигорске, вот, ну, в регионах намного лучше поликлиники, как неудивительно, на самом деле. Да. А сейчас мы поедем... Слушай, ну вот женская консультация, куда я прикрепилась, хожу, ну она вполне сносная, вполне адекватная. Ты вот со мной на этаж даже поднимался. Ну там, да, там хотя бы какой-то ремонт какой-то. Да, такой. Ну это в женской консультации, а именно вот здесь в поликлинике, это, конечно, вообще пипец. Надо было снять, ну ладно, потом как-нибудь еще раз придем, сниму здесь. Хо, посмотрите, какое здесь. Так, сейчас мы едем положить деньги, и, да, чтобы заказать шмотки. И все, и домой. А завтра у нас работа в офисе. И послезавтра. И послезавтра, да, много дел. Надо подготовиться к Новому году и машину подготовить к поездке в Пятигорск. Так что как-то так. Всем привет. Мы сегодня на нашей крошечке. Сегодня по делам ездим. Сегодня ездили в роддом. Катя делала скрининг первый. А еще с утра делала ЭКГ и сдавала кровь. Вообще кровь сегодня сдавала два раза.
Ну, нашу машину Кобальт скоро передадим водителям, чтобы они на ней работали. Уже этот, страховка готовится. Скоро будет готова, и мы уже будем постоянно ездить на Порше. И сядем на постоянку. Ну, уже практически под каждый день ездим. Расход 20 литров по городу сотового бензина. Так что так. Так, ну что, вкратце расскажу. Сегодня вообще впервые делала ЭКГ. На присосках вот это вот хренотень всякая, там сердечек слушали, смотрели. Потом сдала там кучу крови. Приехали на скрининг в роддом. Так, немножко отвлеклась на рабочий телефон. В общем, поликлиника городская и роддом на Коломенской имени Юдина. Очень поразило, очень классные врачи, очень приятные. И ремонт, и в принципе вообще там отношение очень здоровское, понравилось. Сходила на первый скрининг, первое УЗИ, даже разрешили сфотографировать экран, чтобы показать, наверное, в общем, очень все понравилось. Единственное, что поначалу меня отправили потом на переосмотр, потому что малышок сначала не хотел показываться, не хотел поворачиваться. Он как-то повернулся, и ничего не было понятно. Они там размеры, значит, записали, и все. И, в общем, отправили меня сдать кровь, отправили что-нибудь сладкое съесть, и минут через 30 прийти. Вот, в общем, живот помяли, ну, в общем, стали сфоткать. Первая фотография. Ну, это уже вторая. Первая была, когда было первое УЗИ, была прям точечка, а сейчас вот такое более четкое изображение. В общем, Андрей со мной ходил героически, ждал меня где-то в холле. Со мной тоже попил кофеечку. Сбегал в машину за бумажками, которые я забыла. Вот. Сегодня безжалостно из меня кучу крови взяли. В общем, приехали на работу. На работе у нас обстановка такая, что у нас заболели два менеджера оба. Третьего менеджера нужно учить. И, в общем, я выхожу вот сегодня третий день, завтра один день у меня передышки, потом опять два дня я работаю тоже вместо менеджеров. Вот. Еще дизайнер болеет, водитель болеет, и у Андрея вчера была температура. У меня еще кашель. Бессовестный. Вот, я держусь как могу, укрепляю иммунитет, пью адаптогены, в общем, стараюсь не болеть. Самочувствие у меня вообще хорошее, отличное, все вокруг говорят, вам надо беречься. Ну а что делать, работать надо? Надо, все. Все хорошо. Погнали, у нас дел куча. Да. Так, ну что, покажем вам наш цех. Все наши сотрудники ушли по домам. Катя осталась, да. Сейчас у нас примерно 9, да, уже? Вечером? Да. А полдевятого? Полдевятого вечера. Вот так вот мы нарядили елочку, не елку, а наш стенд. Красиво. Надо будет еще там свежий на цеху нарядить. Ткани, которые пришли на пошив. Это вот наш бампер, который раздолбали. Сейчас будем через страховую компанию деньги забирать и восстанавливать этот бампер. Точнее, не восстанавливать, а покупать новый бампер и устанавливать. Как-то вот так вот. Уже елку установили. Цеху маленькую, мини-елочку. Сейчас вблизи покажу. Далеко у нас пряничный человечек. Машинки у нас здесь старинные стоят. Вот это вот прям вообще самая старая машинка. Древняя. Ей уже где-то 180 лет, где-то так вот. И хочу вам сказать, здесь очень идеально сохранилась рисунок. То есть именно эта марка практически везде в таком состоянии, они одинаковые. То есть везде будут стерты, если вы будете искать в интернете такую машинку, она вся будет такая вот стертая, как это стоит. Но это прям супер в идеальном качестве. Они все рабочие, можно на них шить. Я ее долго искал, я купил в Волоколамске. Это вот у нас новые технические задания на пошив. Рулоны лежат, которые привезли недавно. Стена у нас тоже с фурнитурой. Ну, здесь переодевалка у девчонок. Здесь сейчас вам покажу. Внутри поставили зеркало большое. Вот оно зеркало. Двухметровые, чтобы переодевались. Ну, вот такая вот переодевалка. Тут снаружи висят вешалки. Ну, удобно все. Здесь стол. Скоро мы его разберем и перенесем стол. И вот это вот была бывшая раздевалка.
мы ее тоже скоро разберем, мы ставим место. Здесь, скорее всего, будем новые машинки ставить швейные. Ты упустил очень важный момент. Какой? Вот это место у нас оставлено для фотографий, которые мы распечатаем с нашего корпоративчика. У нас был в конце августа классный корпоратив, кайфовый. И мы, короче, с него хотим распечатать фоточки. Здесь вот на виду все это развесить, повесить. Угу. Будет красиво. Да супер вообще, вот. Будет классно вообще. Пройдем в цех? Угу, показывай. Блин, мне надо было еще посчитать день, кассу, все дела. Наш старенький утюжильный стол длиной 2,50, промышленный, производственный, конкретный и длиной 3-метровый. Это новенький, это который мы купили в мае. Вообще невероятный крутизный стол. В Москве, ну, от силы, я не знаю, не более 5 цехов могут похвастаться наличием такой техники. Профессиональная, специальная, самая лучшая. В общем, невероятно кайфовая. Мы собой горды, что мы можем предоставить самое лучшее новое оборудование нашим девочкам. Вешаем, нам еще второй. Только по звуку может быть плохое, потому что мы петличку. Петлички? Да. Ну, я думаю. Ну, я буду погромче говорить. Вешало нам еще второе такое необходимо. У нас стена, ну, не почета, но наших технических заданий, где у нас работа кипит, бурлит, как всегда. Раскроенные столы у нас их два, но надо еще бы один длиной 5 метров. Вот. Далее у нас машинки швейные. Практически все новенькие. У нас из стареньких остались только джуки. Она незаменимая, берет любую толщину. В общем, самая классная машинка, так скажем, более старых годов. Из новеньких у нас есть тупикал, но надо голову на небольшой ремонт отвести на корректировку. Остальные все швейные машинки обновили, у нас стоят автоматы. Да, это самые шикарные, лучшие машинки. Самые новые, самые классные. Ну, это как iPhone, грубо говоря, последний. Без строчки, как это название, я забыла. Ну, она не утягивает строчку. Да, когда вместе с нижней рейкой еще и игла движется, и строчка не стянута, то есть нет вот этой посадки, которая, в принципе, беда любой другой швейной машинки. А эти невероятные крутизны вообще. Вот. Музон тут поставил девчонкам. У каждой швеи теперь своя колонка. Для музыки. Вот. Раз колонка, два колонка, там еще две колонки. И вот они, две колонки. Там целый музыкальный центр. Дискотека здесь прям конкретная. Обязательное условие для машинок еще бесперебойник, или как выравниватель тока. Потому что здесь на автокомбинате бывает так, что перепады тока, и чтобы машинка не сгорела, она автомат все-таки, чтобы не пришлось ее ремонтировать. Вот такие штуки Андрей закупил на каждую машинку, через них подключает. Что еще мы показали? Склад, зона хранения. Воду, вода у нас. Заказы. Для утюжильных столов водичка. Немножко склад, свою зону. Дальше сам расскажешь? Да. Тут отшиты у нас полотна. Скоро поедут до наших клиентов. И вы увидите видео новых роликов, которые будут выходить. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Там классные шторы мы вешаем, бомбовские. Здесь вот фурнитура. Это турецкая фурнитура. Мы единственные, наверное, официальные представители этой фурнитуры в Москве. Классная фурнитура, вообще обалденная. И стоит недорого. И она прям смотрится шикарно. Качество просто, она мягкая, классная, шикарная. Заказываем также на производстве в Турции, под нас их делают. Ну, вот единственные поставщики, грубо говоря, в Москве. Здесь у нас обзвоны происходят. Менеджер сидит по обзвонам нашей базы. Ну, здесь у нас такая зона, больше, наверное, как отдыха. Здесь у нас склад небольшой. Здесь у нас обеденная зона. Тут кушают девчонки. Импровизированная такая столовая мини. Ну, а здесь мы записываем наши ролики для YouTube. Для YouTube. Вот. Колеса хранятся. Так-то вот так вот. Скоро будем расширяться. Еще больше становиться. Скоро также будем открывать филиал в Питере. Дай бог в этом году. Точнее, не в этом, а в 2023 году. Также будем показывать вам новые видеоролики.
А сейчас мы дорабатываем и идем домой. Завтра у нас тоже день, рабочий день, много дел. Завтра пойду вписывать работников страховки. Такая бумажная работа. И надо будет подготавливаться к Новому году уже. Что, Кать, поехали домой? Да, буквально минутку. Всем привет! Сегодня я хотел вам показать нашу машину Кобальт после химчистки. На этой машине мы работали 8 лет. Мы ее купили в 2014 году, в феврале месяце. И вот по 2022 год мы на ней ездили. И причем мы ездили везде, по всей России. То есть отколесили всю Москву, все Подмосковье. Ездили на море, ездили к себе на Кавказ, раз она, не знаю, 50, наверное. То есть столько на ней наколесили. Короче, получается, когда мы покупали, мы ее купили с пробегом, когда у нее был пробег 15 тысяч километров. Это был ее оригинальный пробег, тогда еще в те годы они занимались этой скруткой, как сейчас. Это был и реально оригинальный пробег. Машине был 1 год, она вообще была новая, 15 тысяч пробега, ну, реально новая машина была. И вот мы ее купили у человека по тем деньгам еще. Ну, так нормально она стоила. Мы до кредит брали, чтобы эту машину себе позволить. Вот мы ее докупили, и она у нас была рабочей машиной. И мы на ней работали вот все эти года. И, по сути, вот в химчистку, вот полноценную такую конкретную химчистку, чтобы всю ее выдраить там от и до, это вот только сейчас я ее отвез на химчистку. Вышла она в 15 тысяч рублей. Вот химчистка в Москве вот на сегодняшний день стоит 15 тысяч рублей. Я еще удивился. Думал, а что так дорого? Потому что до этого у нас, когда «Жигули» загорел, и горела, там полмашины сгорела. Мы ее восстановили, и там, когда тушили ее огнетушителями, вот эта вот пена, и даже не пена, а талька вот эта вот белая, она была по всей машине, она там, я не знаю, но они ее смогли как-то вычистить, все ее там убрали, сделали там, вымыли в «Жигулях», и тогда они взяли за все это, по-моему, что-то около 9 или 10 тысяч. Но это было 2 года назад. Вот сейчас 2022 год, вот машину вот помыть, отхимчистить 15 тысяч они вот там насчитали. Но я хочу сказать, они круто сделали, да, вот сейчас я вам покажу, как они все отмыли, отдрали ее прям конкретно. Еще мне понравилось, так, когда ее помыли, ну, все отмыли, я пришел в назначенное время, и они убрали из машины такой специальный аппарат, с него идет конкретный дым. И вот этот дым пропитывает всю машину, и получается как запах новой машины. То есть, когда вы покупаете машину в автосалоне, вы садитесь в нее, и такой запах новой машины, вы еще думаете, блин, нифига себе, как она пахнет. Типа, кайф вся такая напидорена. Это вот специальный такой аппарат, где-то, наверное, размер у него 50 на 30, такой квадратик такой, и с него фигачит пар. То есть, туда засыпается химия, и из него идет пар. То есть, полностью машина закрыта, и там идет пар и, ну, из нее, и все сиденье в себя впитывает, там пропрыс все в себя, потолок этот запах в себя впитывает машина и держит потом этот запах почти, наверное, как я у него спросил, месяц-два, вот так вот этот запах в машине есть, новой машины. Потом он, естественно, выветривается, и все, запаха нет. Но вы скажете, ну, есть же специальные пахучки или вонючки в машину за 150 рублей, которые будут давать запах новой машины. Ни хера оно не дает никакой запах новой машины. Вы, по сути, вешаете возле своего носа эту вонючку, будете ехать, и это будет вызывать у вас аллергию, либо, ну, просто вы будете понимать, что этот запах возле вашего носа болтается. Ну, вонючка это, вы будете, ну, нюхать ее, а сзади пассажиры, кто будет садиться, ничего не будет этого ощущать. Ну, короче, это самообман полнейший, полный херня. Лучше всего приехать на мойку, спросить, есть ли у них этот аппарат. Он стоит 1000 рублей. То есть сама мойка там, ну, допустим, парша помыть 1000 стоит, легковую, там, более простую, по-моему, рублей 500 в Москве стоит. Ну, и 1000 рублей – это вонючка. В раз в 2 месяца можно такое себе позволять. Приехали, поставили, все, запах новой машины. Прямо ощущается целых там месяц-два. Очень круто. Так, сейчас я вам покажу, как сделали, как нам помыли машину. Так как, блин, света здесь мало, и показывать, блин, я не знаю как. Потому что обычно на работу прихожу, когда уже темно, заканчиваю рабочий день. Ну, вымыли они, конечно, все круто. Потому что тут такая грязюка была, вы не представляете. Все прям вымыли, вычистили. Класс вообще.
кто-то мелочь возил, тут ну рабочая машина была, там вообще, не знаю, там грязюки столько было. Сейчас все прямо драили. Все вот эти вот вставки отпидорили. Вообще они как новые. Особенно вот это вот я боялся, переживал, что оно не будет хорошо выглядеть. Сейчас я поставлю в настройках повыше белый свет, может вы увидите максимум. Но она будет сильный. Вот, если увидите. Ну, шумы, конечно, будут. Но это максимум. И так как мы купили Порше себе, вот он, наш красавчик стоит. Это вот наш Поршек. Просто пушка. И нашу кобылку старенькую мы решили не продавать, а оставить на работе, чтобы она нам приносила денежки, работала, и мы ее передаем нашему дизайнеру. Ну и в знак благодарности, что она нам приносила все эти года денежки и не подводила, мы ее, короче, конкретно решили отмыть ее, прям конкретно. И мойка такая вышла, она в 15 тысяч. То есть мы отдали ее, всю ее отмыли, отполировали, в этот там потолок отмыли, был черный, панель отмыли, вот эти штуки поотмывали, которые внутри стойки. Они были просто черные. Вот они, тут стойки, они тут сейчас ничего не видно, но они были просто чернючие. Все отмыли, все поотмывали, вообще молодцы. Грязи было немерено, все сделали. Кайф вообще. Багажник отмыли. Тут все подмывали. Ну, молодцы. Тут, кстати, мойка находится от нашей работы. Буквально может в 5 минутах пешком, если даже идти. Тут напротив прям. И вот мы туда ездим. Бывает, рабочую машину моем. Вот, короче, отмыли еще багажник. Если ну, сейчас темно, ничего не видно. Но он прям блестит, какой-то яйца. И проблема была в кобальте, да, но у всех, наверное, это проблема. Когда идет сильный дождь, по стеклу, стекло сильно, под сильным наклоном, и когда идет дождь, резинка не справляется, и вода все затекает туда, где запаска. И вот надо в раз год хотя бы либо все высушивать, вытаскивать, либо вот на химчистку завозить. Ну, вот на мойку такую массовую. Ну вот, короче, я все это отвез. Ну, машину, конечно, отпидорили конкретно. Чистая такая, хорошая. Сейчас покажу вам этот подкапот, ну что, как помыли. Машина, запах в машине прям кайфовый, новая машина. Кстати, объясню вам про новую машину, вот про этот запах. Сейчас, нет, сейчас я уже замерз, сейчас сяду в машину, там объясню. Что, нет, не быстро. Сейчас открою. Вот. Новая тачка. Все отмыли, весь движок чистый. Вообще прям все чистенькое. Кайф. Хоть и света мало, но я думаю, вы увидите, что он чистый, напидоренный весь. Кайф. Погоню Порш на мойку. Там, кстати, мне понравилось, как парни моют аккуратно, то есть тряпками хорошими. Ну, молодцы. Вот. Я тоже долго искал нормальную мойку. Оказалось, прям вот возле работы недалеко хорошая. Потому что возле дома, который там почитал отзывы в интернете, там вообще трэш. И алкаши какие-то моют, там и царапают двери, и там, короче, и курят в машине в салоне. Ну, то есть моют машину, сигареты еще в салоне, там, ну, короче, полный трэш. А здесь нормальные парни. Мне понравилось. Сейчас машину поставлю. Эту машину мы отдадим нашему дизайнеру, у которого самая высокая КПД. У нас так принято. Отдадим дизайнеру и кашляю, до сих пор болею, еще не проходит. И это отдадим дизайнеру, значит, наши жигуленки подделаем, которые жигули, они еще поездят. Мы будем открывать филиал в этом, не в этом году, по феврале нового года, в 2023 будем открывать филиал в Питере. И, скорее всего, наверное, туда погоним эти машины и еще какие-нибудь прикупим. Там откроем филиальчик и будут там наши тачки гонять по Питеру. И, скорее всего, еще и в Твери, ну, попутно. То есть смотрите за нашим YouTube-каналом, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, смотрите. И всем нашим подписчикам, кто на нас подписан, мы делаем подарки. Да, подарки делаем, подушки дарим, шторы дарим, покрывало. Извините, кашель. Покрывало. Кто не подписан под наш рабочий YouTube, ссылка будет под видео в описании.
А я сейчас иду до Кати, заедем в больницу, не в больницу, в эту, заедем в аптеку, куплю там себе доктор Мом от кашля. И на этом сегодня потом поедем домой, и на этом, наверное, все. Завтра у нас день тоже рабочий, моменты рабочие будем решать. Так что так вот, всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Сегодня мы поставили коврики. В наш автомобиль заказала офигевшие коврики. Да нет, я думал, все будет видно. Хотя нет, надо подсветить. Сейчас мы подсветим. Да, темновато. Где фонарик? У меня в куртке. Ну ладно. В общем, они вот такие вот коврики офигенные. Не, Кать, нормально видно. В общем, под низом лежит оригинальный коврик резиновый, а сверху эта штука ставится. Мы думали сделать наоборот, но он не попадает в эти крепления, резиновый коврик. И получается, это такая штука ставится назад. Назад. Вот такие вот обалденные коврики. И вот он перекрывает туда. Ну, смотрится вообще офигенно. Реально офигенно. И стоят они... Я нашел человека, кто их изготавливает. Цена у него вышла в 12 тысяч вместе с багажником. И в багажнике... Сейчас откроем багажник. В багажнике вот то же самое. Вот так вот офигенно вышло. Бомбовские вот тут пришлось подрезать, потому что не закрывалось. И здесь такая же каретная стяжка. Единственное, что нужно подрезать, потому что не закрывается багажник. Прям как-то он это, туго закрывается и хочется прям еще даже побольше надрезать. Но сейчас мы поездим, посмотрим. Что-то он как-то это... туговато идет.
И еще купили в этом в ОКЕЙ такие штуки, чтобы не пачкать основную. Они, кстати, не скользят, они к этой тканюхе тоже прилипают, вот этой части. А, ну офигенно. Бомба вообще. Я у себя уже сделала. Да. Сегодня помыли наш Поршик. Теперь он вообще просто пушка в пленочке. Кайфец вообще. Нашел человека, кто мне сможет подклеить вот эту штуку. Видите, она отошла. Тут такая щель, она отошла. Это все делается, 2000 рублей стоит. То есть я приеду на детейлинг в Москве, они вот эту часть снимут, проклеят и приклеят офигенно. То есть там она отошла. Ну, это когда покупал, она уже была ну, такая. В общем, я это подделаю, будет вообще пушка. Шилдик Porsche. И тут прям написано, видите, если посмотреть, написано Штутгарт. Вот видите, написано Штутгарт, Германия. Вообще пушка. Вот, тут прям нормально все. Тут она прям прилегает круто. Тут ничего делать надо, вот там надо сделать. Ну, это сейчас это время найду, сделаю, приклею, будет офигенно. Ну, это не критично, но мне это не нравится сделать. И вот так вот красиво получилось с таким этим, с каретной стяжкой. Пушка вообще. Ну и здесь. Так что Катя довольна, а мы едем домой. In the streets and the cities I'm free.